На втором этапе Кубка Украины по плаванию, который проходил в Олимпийском учебно-спортивном центре «Акварена», харьковчане завоевали 4 золотые, 3 серебряные и 3 бронзовые медали. Карина Снитко одержала 2 победы. 16-летняя воспитанница Максима Лобановского и Елены Чайки Лобановской первенствовала в финальных заплывах на 200 и 400 метров вольным стилем. Особенно убедительно она выиграла более длинную дистанцию. Свою одноклубницу Марину Колесникову, которая финишировала второй, Снитко опередила почти на 8 секунд. После карантина, понятное дело, было тяжело плавать, но постепенно все легче было и легче. Вот. Сейчас более-менее пришли уже в нормальную форму. Татьяна Евминова показала лучший результат на дистанции 200 метров комплексом. На 100 и 200 метров баттерфляем завоевала бронзу. В мужских соревнованиях лучше проявил себя Максим Голубничий, которому не было равных в заплыве на 400 метров комплексом. Александр Денисов из Донецкой области отстал на 6,5 секунд. Даниил Сторожев стал серебряным призером на 400-метровке кролем и занял 3-е место на дистанции вдвое короче. Богдан Белименко показал второй результат в заплыве на 1500 метров вольным стилем. Медаль – это всегда хорошо и приятно, но результатами я частично удовлетворена, частично нет. То есть мне, может быть, хотелось бы чего-то большего, но исходя из сложившихся обстоятельств, тех условий, в которых тренировались, и вынужденного простоя, с такого длительного, то, наверное, это все-таки нормально. В ноябре в Харькове состоится юниорский чемпионат Украины.